В воинской части города Каспийска состоялось открытие новой детской площадки для семей военнослужащих. Отметим, что новая игровая зона была реализована по просьбе вдовы военнослужащего, погибшего при СВО, которая обратилась к главе Дагестана Сергею Меликову, и по его поручению стартовало строительство. Официальная церемония открытия объекта началась с приветственной речи капитана первого ранга КФЛ Сергея Ракаускаса. Надеюсь, что вот эта площадка, она будет приносить вам радость. Вы будете очень бережно к ней относиться, чтобы она на долгие-долгие годы дарила радость всем подрастающим поколениям мальчишек и девчонок, которые живут в нашем 71-м военном городке. Родители делятся, что ранее дети играли на старой площадке, которая уже не так безопасна и нуждается в реконструкции. По этой причине они редко собирались во дворе. Детям теперь есть хотя бы где поиграть, качаться. Мы выгоняли их, пока строилось, потому что дети не могли дождаться, когда появится эта площадка. А раньше вот все, что у них было, это горка полусломанная и футбольное поле, которое находится за домом, но тоже не оборудованное. То есть только вот так дети и играли. Кроме того, украсили мероприятие культовые композиции, исполненные военным оркестром краснозаменной Каспийской флотилии. В завершение празднования также прошла раздача разнообразных сладостей детям военнослужащих. А мы